наше село очень красивое, историческое село, стало первым. Конечно, это очень здорово. Вошли в ассоциацию красивейших деревень и России. И надеюсь, что дальше эта работа будет продолжена в мировую ассоциацию, потому что для этого есть хорошие посылы. Да? Проект, в который вот мы сегодня вошли уже, да, красивейшие деревни, села нашей матушки России, очень хороший шанс показать, доказать и рассказать о себе. Приезжайте к нам, лучше один раз посмотреть, чем много об этом говорить. Спасибо.